Приветствую вас. Исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что вы выбираете людей, которые вас обесценивают и делаете, словно бы, очень много, словно бы, на постоянной основе делаете, да, для людей что-то. С тем, чтобы получить от них похвалу. Вы пытаетесь получить похвалу от людей. На мой взгляд. Вот. И соответственно, это является каким-то таким определяющим фактором того, что вы делаете. Вот. Собственно, это же причина, по которой вас обесценивают. Вас обесценивают, а именно по тому, что чувствуют, что вы к себе относитесь условно. Некоторые условности присутствуют в отношении к себе. Вот. И, соответственно, люди отошли, и отзеркаливают вам в виде обесценивания. Вот. Или, ну, есть еще достаточно часто такая нелишённая логики, я бы сказал, вещь, когда человек думает, вот если он или она так нуждается в том, чтобы я ее похвалил или похвалила, то что будет, если я это сделаю? Да, то есть не уйдет ли человек от меня, не перестанет ли он меня там, грубо говоря, меньше ценить и так далее. Вот. То есть это, ну, такой вот момент. Поэтому как бы тут нужно посмотреть и исследовать. Исследовать вашу проблему, вот, и уже смотреть, как получается, что вы пытаетесь заслужить похвалу, то есть пытаетесь быть, значит, полезной, вот, пытаетесь угодить, и так далее. Это вот, в принципе, важный момент. Что касается любимой работы, веру, что касается любимого человека, ну, здесь есть своя оговорка, потому что, очевидно, он нас не слышит. Вот, очевидно, он не прислушивается к вам, а это на самом деле такая достаточно тревожная вещь, потому что если человек вас не слышит, если человек с некоторым таким безразличием относится к тому, что вы ему говорите, например, к тому, что вас беспокоит и прочее, ну, это насчет того, что вы его любите, я не буду утверждать, хотя тут тоже нужно поисследовать, но вот как любовь, условно говоря, связана с обесцениванием и пренебрежением, ну, для меня, честно говоря, в некоторой степени это загадка. Вот. Есть у меня вопросы и
по поводу работы, да, то есть есть ощущение, что работаете вы не совсем прям вот чтобы, потому что интересно вам, а есть ощущение, что работаете вы, потому что хотите сквозь дамы получить похвалу начальника. Вот, потому что начальник может вам что-то говорить, но вас не волнует, вы работаете, все в порядке. Вот, а вас, получается, задевает именно вот тот факт, что вас не хвалят, не хвалят и не ценят. Ну вот, ну, если предположить, что эта история идет из детства, и вы взяли такую модель отношений у родителей, например, причем не обязательно, чтобы просто вы взяли такую модель отношений у родителей линейно. То есть вы могли взять ее и инверсивно. Обратно. Вот. Как бы. Поэтому тут тоже не все так. Однозначно на первый взгляд, как может показаться, вот, и, соответственно, это нужно исследовать. То, что молодой человек и ваш работодатель фигуры, в принципе, достаточно похожи, это очевидно, ну и нужно особо отметить Анастасия, одну вещь, что, во-первых, что вы хотите с этим делать, чтобы что, и второе, это то, что психологи не дают совет, мы не занимаемся советами, мы занимаемся тем, что помогаем разобраться в себе, но не совет. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот, и вам необходимо прорабатывать свои установки, вам необходимо смотреть на вот эту вот историю, да, я сейчас обращу ваше внимание, значит, так, чтобы я не делал, для него всё-таки договорки, да? Вот, оговорка. То есть, вы сидели, говорят, ну, ты молодец, но я тоже так могу. И вот, получается, что первое, вы выбираете человека, для которого в какой-то степени имеет важность определенная борьба. То есть, ну, вот, там, не знаю, какой-то другой человек, да? Который бы не обращал особого внимания на борьбу. Да, такой человек, в принципе, наверное, не привлекает особо. Вот. Это ваш выбор. Первое. Второе. Как-то реагируете на то, что такая оговорка есть. И по ряду причин воспринимаете это как, ну, как какое-то ущемление, как какой-то негатив в свой адрес. Вот. Так что, это тоже нужно разбирать, потому что далеко не всегда подобная оговорка является обесцениванием вас. Значит, начальник, конечно, да, но у него немножко другая мотивация, а вот с молодым человеком здесь нужно смотреть. Ну и то, как вы выражаете свое недовольство, тоже очень
Важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.